Всем привет! Сегодня сделаем очень уловистую снасть по белой рыбе под названием поплопопер и разловим его. Поплопопер можно сделать из затирочного шпателя, пробки от вина, но лучше всего для этого подходит бальза. Отмеряю 35 мм. Отрезаю. Отмечаю 1 сантиметр от края. И отмечаю центр. На другой стороне бруска отмечаю приблизительный центр на глаз. С помощью канцелярского ножа снимаю углы. Делаю конус к хвостовой части со смещенным центром. Наждачной бумагой делаю поверхность более ровной. Переднюю и нижнюю часть поплопопера немного снимаю под углом. В передней части с торца делаю углубление. Также зашкуриваю. Снизу по центру делаю пропил до середины. Отступив 12 мм от передней части, делаю отверстие до середины сверлом 8 мм. Далее беру вязальную проволоку и делаю каркас. Каркас завожу заранее проделанный паз. Щелку засыпаю соду. Беру шарик от подшипника 8 мм, весом 2,2 грамма. И вставляю его в место для шарика. Еще щепотка соды сверху и пропитываю суперклеем. При этом сода превращается в подобие пластика. Наждачной бумагой выравниваю неровности. Сверху наношу слой корректора. Поплопопер можно покрасить вот такими красками для поплавка, которые продаются в любом рыболовном магазине, или флюоресцентными красками от декола. С помощью дотца для маникюра будем делать точки на нашем поплопопере.
Еще хочу приклеить ему глазки, чтобы выглядел почетче. Ну и финишное покрытие лаком. Вес поплопопера вышел 5 грамм. Поводок на поплопопер я делаю из флюорокарбона 0,12 и 0,16 мм. Если цель верховодка или мелкая плотва для живца, то длина поводка от 30 см до полуметра. И мелкий крючок хорошего качества. Если же наша цель крупная плотва, то ставим мормышку и поводок, чтобы мормышка шла в 10-15 см от дна. Идеальные условия для ловли на поплопопер – это штиль, гладь на воде с утра или вечером. У нас дуют хорошие такие ветра, но испытать поплопопер надо. Наживку для поплопопера обычно служит опарыш. Одного пока хватит. Рыбачить я буду на ультралайт с тестом 1,6 грамм, который покупал в Алиэкспрессе. Катушка Дайва Экселлер 2500. Покупал там же. Ссылочку оставлю в описании. Итак, берем наш поплопопер и забрасываем. Делаю серию тычков кончиком удилища и один оборот катушки. И потом обязательно секунд 5 пауза, чтобы поводок упустился. А вот и первая поклевочка у нас. Вот такая небольшая плотвица. Жалко, конечно, в полной красе не могу вам показать картину этой поклевки с таким ветром. На спине их ловить на ультралайт — это вообще класс. Кстати, ребята, двух рыбаков видел. За полдня ни на поплавочную, ни на донку у них вообще поклевок не было. Я тут пришел, пару забросов есть. Еще одна, прям раз за разом. Класс, просто класс. На два упарыша вроде бы чуть покрупнее клюнуло. Thank you.
И еще одна. О, вот ты верховодка взяла. На живца вообще идеальная. И попробую на этого живца поймать кое-что интересное. На этот поплопопер также отлично ловится карась. Например, глубина водоема метр. Мы ставим поводок 1,20–1,30 м. И перед крючком 5 см цепляем дробинку в 1 грамм. Проводка та же. Пару коротких тычков удилищем, кончиком удилища и пауза. Друзья, если самоделка понравилась, поддержи лайком, подписываемся на канал, дальше будет интересно. До скорых встреч! Так, ну что, еще напоследок разок.